есть скриншот с приглашением. Сделайте сейчас или покажите рассылку. Те проходят первыми. Те, у кого нет этой рассылки или нет скриншота, вы в конец очереди, мы будем просто как бы... Вы все равно пройдете, вот, но просто вот такой регламент. Можно сразу показать, да? Сейчас я отойду все туда строго. На вход. Нас к вам не пускают! Сейчас я отойду туда на вход, там будет стоять Сергей и я, и мы вас будем пропускать постепенно. Пожалуйста, не толпой в вход, потому что мало места. Вот. Алло? Не, ну там мало места, что-то в таком гараже. Так, сейчас мы, извиняюсь за тряску, попробуем снимать и транслировать, поэтому учтите. А ты еще и трансляцию ведешь? Конечно, там вон 6 человек смотрят. Всякие тут. Бесполезно занятие. Мне? Ну я же все время в эфире. Я пару раз пытался. У меня даже звонок не включен никогда. Я взял. У меня даже висит на шее уже. Оп. У меня новый. Смотрите, этого года. Обновили. Да. Так что все. Теперь я не честный репортер. Почему? В смысле? Я от себя пытался. Я журналист, я же не могу этим. Я волонтером даже не записался. Журналисты так вот. Гонимая профессия. По самому главному, который с на моей. Я взял с собой фонарь, между прочим. Маленький. Пока батарейки не сядут, он будет работать. Ну что, ну где-то около чего? 100 человек ты есть, да? Около 100 есть, судя по всему. Что случилось, Андрей Поляков? Как вы дошли до такой жизни? Поскользнулись? Я опустился. Опустился и нашел палочку. Понятно. Сочувствую вам, сочувствую. Берегите себя, пожалуйста. Да, я нужен России. Прекрасно. Нет, уже другое место. Антон, смотри, Бастионная 8Т. Идем. Тебе нужно срочно на Бастионную 8Т. Это не доезжая завода Октябрь. Все. Здрасте. Здрасте. Вот он. Здрасте. Трансляция в Facebook. Отлично. Фейсбуку привет. Да. Здрасте. Ух. Просто. Снимайте отсюда подрезать. Вот они, дети подземелья. Underground. Загнали в подвал людей. Почти. Фонарь возьми меня. У меня в рюкзаке. Как пользоваться уже знаешь, рюкзак только закрой. Привет, Тамбов! Привет! Спасибо большое, ужасно приятно, что вы дошли, добрались до сюда. Тамбов важный специфический город для нас. Мы установили здесь сегодня рекорд. Нам отказало сколько, Диан? 21. 17 площадок, 3 из которых точно договорились. Некоторые площадки предоплату внесли, но и в итоге мы оказались с вами здесь, на оптовой базе. И это прекрасно. И это очень хорошо, потому что, ну, у администрации, у губернатора Тамбовской области же был коварный план, который заключался в том, чтобы, ну, мы не дадим им никаких помещений, мы их никуда не пустим, ну и все, проблема коррупции решена. Все, уже никто не будет в Тамбовской области, в городе Тамбове обсуждать коррупцию. Вообще никому не интересно, мы их победили. Но победили нас или нет? Нет! Вот. В Саранске я выступал в чистом поле. Видели, наверное, фотографии? А пушка, летом, там даже мы не смогли найти нигде ангар. Между прочим, все американские президенты выступают в ангарах. Поэтому это вообще прекрасно. Мне очень нравится. Мне очень нравится эта сцена. Я выступал и на перевернутой колонке, и на сломанном стуле, и на какой-то тумбочке, которую мы тоже поставили на бок. Дальше будет прыгать. Я выступал под дождем. И если нас не пустят ни в одно помещение вообще никогда, ну хорошо, буду носить с собой складной стульчик. Ставить этот складной стульчик и выступать перед людьми, потому что
Я знаю совершенно точно. Я не единственный человек в России, который хочет каких-то перемен. Я не единственный человек в России, который хочет борьбы с коррупцией. Я не единственный человек в России, который недоволен и взбешен тем, что Медведев украл 70 миллиардов. Расследования нет, ничего нет, и вокруг нищета, поломанные дороги, расследование все. Они не нашли коррупции. По вашему фильму. Не нашли коррупции. По нашему фильму не нашли коррупции. Видимо, поэтому мы и здесь, понимаете? Потому что по нашему фильму не нашли коррупции. А вы 26 числа на митинг ходили? Было? Да. 12 задержали. 12 числа пойдете? Обязательно. Несмотря на то, что задержали, пойдете. И вот мы должны показать, что, ребята, если вы там не нашли коррупции, значит, вы плохо искали ее. И вот наша компания, она о простых элементарных вопросах, на которые, в общем-то, у всех уже есть ответы. Но власть почему-то просто морочит нам голову, пытаясь доказать, что ничего нельзя изменить, ничего нельзя преодолеть. Мы обречены жить до конца жизни, и дети наши обречены жить в нищете. И невозможно решить никаких проблем. Невозможно вашу филармонию вас, что ли, строить несколько лет. Да? Я, блин, смотрю на фотографию этого здания, как будто в него попала ракета. Я вижу, сколько, 300 миллионов рублей уже выделили. Еще 700 миллионов рублей планируется. И все это много лет строится. И, ну, я извиняюсь, я отказываюсь верить, что невозможно достроить в крупном городе, в областном центре филармонию. Ну, во всем мире как-то достраивают здание. Что-что? А причина, которую озвучил губернатор, то есть? А какая причина, которую озвучил губернатор? Коррупция. Ух ты! Фактически, красиво. Же он губернатор. Ну вот оно так и есть. А этот ваш там знаменитый спуск, как он называется, триумфальный, да? Вот то же самое. Выделили деньги, построили, через два года все развалилось. Ну, блин, ну я не знаю, но мы современные люди с вами, мы же видим, что существуют города и страны, где строят и не разваливаются. Но вот такая потрясающая штука существует много где, и у нас она может существовать. И дороги наши знаменитые, ну тоже можно починить. Но ведь верно, сколько лет человечеству строят дороги? 6 тысяч, я в трансляциях обычно говорю, да, ну, скажем так, тысячи лет человечество строит дороги, научилось строить дороги, они везде, в большинстве даже африканских стран дороги починены, и получается так, что вся эта, ну, как бы такая цивилизационное развитие, оно что, обошло кругом Тамбовскую область? Оно обошло кругом вообще Россию в целом. Потому что вот у нас здесь дороги мы построить не можем, при этом дорога у нас любая 20 раз дороже, чем в Китае. Но тем не менее она разваливается. И одновременно происходят два синхронных процесса. Здесь разваливается дорога, и где-то на южном берегу Франции возникает новый особняк. Ну вот мы с этим согласны? Нет. Мы с этим когда-нибудь смиримся? Нет. Так и самое главное, что большинство населения абсолютно за нас. Они точно так же этим всем взбешены. Они точно так же хотят нормальной жизни. Они понимают, что все это можно преодолеть. Денег-то в стране у нас полно. Это поразительная вещь, что мы живем реально в очень бедной стране, в которую немыслимым потоком поступает нефтедоллар. Вот сегодня новость. Нефть упала до 51 доллара за баррель. Но 51 доллар за баррель – это триллионы рублей. Это триллионы рублей. То есть вообще каждому из нас просто льются эти деньги в страну. Мы их видим, эти деньги, или нет? Мое любимое развлечение на вот таких встречах во всех городах. Скажите вы мне, пожалуйста, сами, прежде чем я вам скажу официальную статистику. Какая средняя зарплата в городе Тамбове? 12-13. Вы шутите, что ли? Я же в Тамбове живу, или вы? Ну, реально назовите мне зарплату. Так, учителя получают всего 10 тысяч. Значит, давайте представим, что с вами встречается там не оппозиционер Навальный, а какой-нибудь единорос, не знаю, кто угодно. Значит, прекратите лгать, американские агенты. Агенты Госдепа, раскачивающие лодку. Официальная статистика говорит, что средняя, не максимальная, а средняя зарплата в вашем городе 22 тысячи рублей. Верите в это или нет? Нет.
Опять же, вот как бы мой любимый эксперимент. В каждом городе это делаю, и это важная штука. Давайте просто проведем прямо сейчас оценку вот этого всего. У кого есть знакомый, друг, товарищ, приятель, родственник, который получает меньше, чем эти средние 20 тысяч рублей? Поднимите руку. Слышал я, да? Я не могу сказать. Хорошо, поднимите руки те, кто знает людей, которые получают меньше, чем 20 тысяч рублей. Меньше 18 тысяч рублей. В каждом городе же это говорят. Можно руки не опускать, но нет, мы будем опускать и поднимать. Меньше 15 тысяч рублей. Меньше 12 тысяч рублей. Подождите, вы давайте за полный рабочий день, не для того, чтобы мне подыграть, а ответьте честно. Кто знает людей, которые за полный рабочий день получают меньше 10 тысяч? 8. Ну да. Ну, что это означает? Это означает, ну, плохо работают, да? Плохо работают, понимаете? Мало работают, говорят, но штука ведь в том, что это, там, мы смеемся, ха-ха, хи-хи, там, это всегда веселое голосование, когда я спрашиваю, но ведь это историческое поражение, это катастрофа, человек получает 10 тысяч рублей, ЖКХ же у вас здесь безумное, и его еще пытаются все время поднимать, сколько платите за квартиру в среднем? 3 тысячи. 5-6, но я слышал, 3 прозвучало, пусть 3, хорошо, 3, давайте 3. 10 минус 3 остается 7. Сколько стоит еды в месяц купить на семью из двух человек? 10. Вот в том-то и дело, понимаете? И как же живут люди, которые получают 10, после ЖКХ остается 7, и на еду нужно потратить 10. Что они делают? Они сажают картошку. Правильно ведь? Они живут на подножном корму. И это и есть катастрофа, и это и есть причина, по которой мы здесь, потому что богатая страна, сидим на этих трубах, деньги сюда льются рекой. Пожалуйста, минеральные удобрения продаем, руду и какие-нибудь там железнорудные окатыши. Всю терминологию выучил, писал вчера ответ Усманову и просто знаю все про эти окатыши. Скоро мы опубликуем его. Я вчера просто сидел, там таможенные накладные смотрели, сколько он там чего продал, ну какой офшор отгрузил. Я думаю, миллиарды, ребята, миллиарды. Без преувеличения говорю, документы все будут показаны. Миллиарды уходят, блин, и миллиарды остаются вот там. А здесь мы остаемся в стране, ну где, в общем-то, объективные-то предпосылки, все за нас. Сырье есть? Есть. Образованное население есть? Есть. Какие-то остатки промышленности есть? Есть, но эти олигархи-то, они на остатках промышленности сидят, все эти заводы. Конкретно у вас здесь чернозем есть? Да пожалуйста, сколько угодно его есть. Русская Айова, выращивай что хочешь. Но тем не менее, мы в нищете. Все в нищете. И там можно говорить о том, что в каких-то городах живут, да, богаче, в каких-то городах живут беднее. Но наша разница между богатством богаче и беднее, это разница там меньше между 15 тысячами рублей и там 45 тысячами рублей, что все равно меньше, чем средняя зарплата в Эстонии, в которой, как вы знаете, нет ничего. Вы слышали про эстонские нефтяные месторождения? Газовые месторождения, горно-обогатительный комбинат, консервный завод там есть. Шпроты, мне кажется, это не Эстония, это Литва или Латвия. Но так или иначе, вот и получается у нас, в том, что мы имеем предпосылки-то, ну не то, что для роскошной, там, шикарной жизни, для нормальной, достойной жизни, но у нас этого ничего нет. Потому что что? Потому что коррупция. Потому что засели какие-то люди, и они не хотят с этих постов уйти. И ваша Тамбовская область, классный пример. Но что здесь происходит на выборах? Конечно, это, наверное, получше, чем Мордовия, где 99% ресурсов. Но ваш губернатор может просто мастер-классы давать сертификации. Он может просто ездить и семинары читать, как нам нужно мухлевать на выборах. Мы же знаем реально, что здесь, в Тамбовской области, плохо голосуют за Единую Россию. Мы знаем это отлично. Мы видим видео с ваших участков, вот они хотят сидеть бесконечно на этих местах.
Путин у власти 18 лет уже и хочет еще 12 лет сидеть. И мы знаем с вами, ну, мы читаем учебники истории, мы изучаем то, что происходит в других странах, мы видим, что не бывает такого, чтобы человек был больше 10 лет у власти, и он не спятил при этом. Это же слова Путина. В 2007 году он говорил, что через 10 лет любой человек у власти становится сумасшедшим. Ну вот, вот и получается, что по его же словам, ну правильно, давно, вот если через 10 лет ты становишься сумасшедшим, то нашей страной уже 7 лет правит сумасшедший. Но причем такой сумасшедший, который, конечно, немного сумасшедший, но еще и довольно хитрый дядя, который лихо тащит эти миллиарды. Это же только у нас есть виолончелист, блин, у которого нашли офшоры на британских Виргинских островах, где-то в Панаме. Панаме мне Кира подсказывает. 2 миллиарда долларов. Ну где еще есть такие богатые виолончелисты? Только у нас. И компенсируется это только нашей нищетой. Потому что сообщающиеся сосуды-то, все эти деньги замечательные, все эти дома на южном берегу Франции, вся недвижимость в Англии. Официально лондонские риэлторы же говорят, что большинство домов стоимостью больше 1 миллиона фунтов покупают российские чиновники. Так они платят деньги и покупают, но фактически финансируете это все вы. Мы это все делаем. И большинство людей этим раздражено. Большинство людей этим недовольны, большинство людей хочет перемен, безусловно. Но что нам мешает больше всего? Что является главным врагом нашей избирательной кампании? Путин? Власть? Страх? Страх, фальсификации? Ну, еще какие варианты? Вера людей, которые сидят в комиссии, что они... Не на всем поле. Ватники, что? Не на всем поле страны играем. Что мы играем не на всем поле страны? Ну, типа интернет и все остальное? Нет, только на либеральном. Надо пропаганда телевидения. Значит, главная проблема нашей компании, наш главный враг. Ну, есть всякие Путины, коррупция, фальсификация и все остальное. Но главная наша проблема – это неверие людей в перемены. Потому что вы подойдете к любому человеку. Сейчас я уже начну скоро отвечать на вопросы. Заканчиваю уже с моей речью пламя. Вы подойдете к любому человеку. Покажете ему положение нашей программы. Он скажет, вообще все классно. Под каждым пунктом подписываюсь, но не потому, что очевидно и правильно. Но потом он обязательно добавит, ну что ты мне это рассказываешь, ведь изменить ничего нельзя. И на каждой, ну почти на каждой встрече с волонтерами ко мне подходит человек и говорит, все ты классно сказал, прямо я тебя аплодировал там, лопал. Но ты же понимаешь, Леша, изменить-то ничего нельзя, честно скажи, понимаешь ты это или нет? И обязательно кто-то произносит фразу, коррупцию не изменить, эти воровали, новые придут, воровать будут. Слышали такое? Да. А такое вот еще часто говорят, ну эти уже наворовались, а придут новые, заново начнут тащить. То есть главное препятствие на самом деле перед нормальной жизнью, это уверенность вот у большинства населения, засевшие, что ничего нельзя изменить, что мы обречены на нищету, что Россия это такая... Ну, аномальная территория, где всегда все будет плохо. Но мы-то с вами знаем, что это не так. Мы знаем, что русские, российские, как угодно, они не являются какими-то неполноценными людьми. Мы абсолютно точно такие же, как в Норвегии, Канаде или тем более Эстонии, где 40% русских живет. Все то же самое. Мы нормальная цивилизация. Мы построили эту страну для того, чтобы, ну, как, жить немножко богаче и немножко лучше, чем мы живем. Мы можем это изменить все. И вот это знание, то, что мы с вами осознали, да, 1% активного населения, 2% активного населения, мы его должны нести всем остальным. Нам нужно там не Путина победить, даже не доказать, что Путин жулик. Все примерно понимают, что он жулик. Но покажите дворцы Медведева, все понятно про Медведева. Просто нужно людей убедить в том, что перемены возможны, и жить лучше мы можем. Вот это нужно объяснять. И я вас уверяю, друзья мои, что мы сможем это объяснить. Ну, здесь сколько, я не знаю, 150 человек, да? Вот в Тамбове живет 288 тысяч человек, правильно? Не ошибаюсь я. Этого количества людей достаточно, чтобы переагитировать весь город. Потому что никто другой не ведет политической работы. Вообще, мы же по сути своей просто в чистом поле. Очень многие не знают, кто Навальный.
У нас очень многие, ну я знаю, мы же опросы проводим, я вижу, что 50% людей, 50% людей не знают, кто такой Навальный, а многие из тех, кто знают, они говорят, да, это тот, который лес украл, правильно? А, это тот, который типа агент Freedom, там, американский шпион, а, и так далее, и так далее. Но пропаганда, понятно, все знают, они-то выступают с миллионной аудиторией в телевизоре, а я здесь в ангаре. Но у нас есть то, чего нет у них. Настоящие живые люди, которые могут прийти к любому человеку и скажут, ну, а ты знаешь, я на самом деле, в самом делешний волонтер Навального. Я работаю на компанию. Я сам финансирую эту компанию. Просто из интереса, кто-нибудь когда-нибудь перечислял деньги ФБК или на компанию? Ну, вот. Вот видите? И это самый мощный агитационный аргумент, что есть на самом деле такие люди. Поэтому нужно просто начать вести эту работу каждую неделю. Сагитировали одного человека. Нескольким друзьям своим рассказали о том, что мы делаем, дали ссылку. И это превратится в лавину. Ну, вы сами скажите мне, ну, здесь КПРФ ведет какую-то активную деятельность. А, не знаю, Явлинский участвует в избирательной кампании? Жириновский что-то делает? На поезде приезжает. Кто приезжал? На поезде. А на поезде. Деньги раздавал на вокзале и поехал дальше. Освежитель воздуха раздавал. Класс. Но реальная политическая работа в России никто никогда не ведет. Мы первые. Главное заблуждение, но одно из главных заблуждений, что эта власть это прям монолит. Прямо мы, господи, ну посмотрите, нас мало, мы на окраине города, а они какие крутые, прямо за ними все, армия, полиция. И вообще не сломать эту махину. Это не так, нет никакой махины. Есть просто пустота. Есть люди, случайно оказавшиеся во власти. Ну Путин как стал президентом? Ну Ельцин там просто принесли ему там с Будуна на выбор несколько человек. Он выбрал вот этого, он стал президентом, он узурпировал власть довольно хитро, показался находчивым таким человеком. Но по сути это не держится больше ни на чем. Никаких больших репрессий нету. Вот у вас же здесь считается такая область, где всех запрессовали. Был митинг, он уже не санкционированный был 26-го, правильно? Сначала санкционированный, потом не санкционированный. Вот вы вышли. Я так понимаю, там было в районе 150-200 человек, верно? Да, да. Сколько было задержано людей? 10. 8. Я прочитал 8. Ну, 8. 9. Окей, пусть 10. Ну так и что? Так и вот они репрессии. Задержали, оштрафовали или посадили на сутки? Оштрафовали. Все, что может сделать эта суперрепрессивная машина, ну оштрафовать 10 человек. На самом деле больше они сделать не могут ничего. Они врут по телеку, сидят и страшно боятся, что мы наконец проснемся и осознаем, что это все держится вообще ни на чем. Держится просто ну, на инерции. О том, что люди как бы привыкли. Ну а что, никогда мы не жили хорошо, не нужно и начинать. Это все держится на том, что ну, нет волонтеров, нет агитаторов, никто не ведет планомерной работы. У нас сейчас в стране 107 тысяч волонтеров. Мы любое телевидение, в принципе, вот так щелчком можем сделать. 107 тысяч человек, если они в день будут нажимать одну кнопку, они будут охватывать 15 миллионов человек. И просто Соловьев будет, пойдет на колени и будет рыдать, потому что не снился ему такой охват. И это же живые люди, это не боты, это люди, у которых есть родственники, знакомые, которые смотрят на них. Поймите такую вещь, завершая свое выступление. Все ваши друзья, родственники, знакомые, кто угодно, они смотрят на вас. И вы их всех сагитируете. Мы опросы проводили и спрашивали людей, каким образом вы принимаете решение, за кого голосовать. Кто влияет на людей больше всего? Как думаете сами? Правильно. Все говорят, у меня есть друг, который мне все объясняет. Силу убеждения человека не нужно недооценивать. Это самое главное. Они с вами будут спорить, вы повесите что-то там во ВКонтакте, я был на встрече с Навального, там мне понравилось, вам придут в комменты какие-то люди, скажут, да типа там он американский агент. Ну у них отложится это все. Они еще проголосуют за нас на выборах, потому что они увидели, что все это по-настоящему. Они ведомы, они хорошие, прекрасные люди, но всегда все перемены делает 1% активного населения. Вот я вижу перед собой этот 1%. Поэтому, друзья мои, осознаем вместе свою силу.
И тогда мы всех победим, и коррупцию победим, и добьемся нормальной прекрасной жизни. Спасибо большое, готов отвечать на вопросы. Алексей, я хочу 2 минуты сделать сообщение, и вы на него ответите. Только 2 минуты, хорошо? Да, 2 минуты. Забирайтесь тогда, чтобы всем было слышно. Я хочу сказать, что у нас президент не до конца сформированный орган государственной власти. То есть он Конституции не отнесен к какой-либо ветви власти и действует в нарушении статьи 10 Конституции. То есть государственная власть осуществляется на основе разделения, на судебную, законодательную, исполнительную. Раз он не до конца сформированный орган власти, значит, он не имеет права подписывать указы, принимать решения и так далее. Вот этому нужно получить судебную оценку или в российских, или в международных инстанциях. В российских судах. Или в международных. Ну, вот, хорошо, что вы поправились, да. Прецедент можно, так скажем, в этом смысле. Давайте. Я хотел бы по этому вопросу посотрудничать в дальнейшем. Вот у меня вопрос поддержки такой инициативы. Ну смотрите, безусловно, даже с формальной точки зрения, с юридической точки зрения, ну, конечно, вы правы. И, конечно, не имеет он права идти на новый президентский срок. Да они ежедневно Конституцию нарушают. Ежедневно. Ну, по этой конституции губернаторов же нельзя было переизбирать несколько сроков подряд. Тем не менее, выбирают, какой-то идет постоянный муклеж. По этой конституции, ну, я имею полное право участвовать в выборах, верно? Да. Ну, вы имеете... Хорошо, ладно, забыли про меня. Вы имеете право выдвигать человека? Да. Ну, вы как бы настоящие самоделишные люди, паспорта всех есть, наверное? Да. Имеете право выдвигать? Ну, я пришел сюда и спрашиваю, ребята... Поддержите меня, пожалуйста, готовы выдвинуть меня кандидата в президента? Поднимите руки, кто меня выдвигает. Спасибо большое. Все! Ну, по сути, нам же ничего другого не надо. Они лезут там со своим каким-то крючкотворством, каким-то мелким враньем, что нельзя, осужден, не осужден. Алишер Усманов был осужден, ему все можно, блин. Он сидит и записывает там видеообращение в образе Джабы из «Звездных войн». А нам вообще ничего здесь нельзя, понимаете? Вот нужно, безусловно, мы будем работать и юридически, и с вами готовы посотрудничать, но важнее, по сути, понимать, потому что, ну, они завтра, как в фильме «Кин-дза-дза», придут нам и скажут, так, пацаки, а чего вы без намордников, да? Додели быстро, но все их юридические штуки, которые они придумают, они направлены на сохранение власти и обогащение. Но при этом, конечно, мы и по сути, и по праву, мы правы. А вас выберут, а потом они вот эту вот судебную оценку дадут, что вы, так скажем... Ну, слушайте, какая судебная оценка? Им же не важна судебная оценка, им вообще ничего не важно. Нет, после того, как вас выберут, вы будете бесправный президент. Бесправный президент? По конституции, по действующей. То есть значит, вы когда меня выберут, я буду президент, который соблюдает законы. Но я вас уверяю, что и по действующим законам, без каких-то продлений сроков, без мухляжа, с независимыми судьями, с независимыми прокурорами. Я всю эту банду разгоню. Я всех, кто должен оказаться на скамье подсудимых, я туда отправлю. Я сделаю так, чтобы олигархи налоги платили, чтобы нефтяные доходы распределялись равномерно. Поэтому, уверяю вас, я не буду бесправным президентом. Давайте выберем только меня. Вопрос, а как вы разгоните, если ФСБ и все силовые структуры не за вас? Чем вы их разгоните? Какой метлой? Вы думаете, что не за меня? Вы думаете, что не за меня? Серьезно? Ну вот, 26 числа, видите, меня за руки и за ноги несли в этот автозак. Вот. Вот занесли туда, да? А потом, когда уже этот автозак... Вы видели их лица, когда народ начал шатать, ну, честно говоря, и мое лицо, да? Я был удивлен и пытался там всем сказать, что не нужно ничего там шатать этот автобус, а нужно продолжать митинг. Но я вас уверяю, что каждый раз, когда меня задерживают, вот меня приводят в отделение полиции, собираются там все, я сижу в клетке, они, значит, вдоль клетки собрались, такие, ну рассказывай. То же самое. Ну хорошо, а сколько зарплата у полицейского здесь? Да у них все нормальное. Ну хорошо, она больше, чем в среднем. Не в зарплатах дело, она больше, чем в среднем. Ну тогда вопрос, а может ли полицейский, ну ты там, не знаю, парень, ему 22 года, 3, там 25 лет, он квартиру может получить здесь? Нет. А купить он может квартиру по ипотеке? Но если вас задержат, получит. В том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что нет. Так они, я их уже знаю, всех задерживают в Москве одни и те же люди. Я уже там типа, привет, Коля, привет, там типа, Паша, как дела? Это второй оперполк, я их всех знаю. Все то же самое, просто у них вот эта степень неверия в перемены еще выше. Это единственная особенность вот
нижнего и среднего слоя силовиков. Они просто еще больше считают, что все нельзя изменить. Они больше даже, чем мы, знают про коррупцию. Они все смотрели мой фильм, они все говорят, ты правильно там врезал, там молодец. Типа, а можешь с тобой сфотографироваться? И вот это вот все, конечно, есть. Но просто они считают, ну ты, конечно, молодец, но... Это же там, типа, это же Россия, да, все всегда будут воровать. Я говорю, а почему будут воровать-то? Ну, типа, ну всегда будут воровать. А почему? Ну всегда будут воровать. И вот такой вот диалог. Поэтому говорить о том, что они на стороне Путина, это не так. Конечно, генералы, которые, извиняюсь, стали мультимиллионерами, они на стороне, но это единицы. Это единицы, понимаете? У нас же даже нет такого... классического противостояния больших групп, когда там 15% там богачей, а все остальные нищета. У нас 84% национального богатства принадлежит 0,1% населения. Это буквально тысячи семей. Поэтому все за нас. Просто неверие. Вот это неверие нужно побеждать. Вопрос, давайте. Да. Возвращаясь к Усману, пересмотр приватизации будет. Возвращаясь к Усманову, пересмотр приватизации. Смотрите мой ответ Усманову. Там я подробно расскажу первый миллион с документами, все там будет. Но вы мне скажите сами, а вы залоговые аукционы, которые прошли, как бы поддерживаете, одобряете? Нет. Вы считаете, что собственность сейчас справедливо распределена? Нет. Нет, и я не считаю. Значит, но просто не нужно пугать никого такими заявлениями пересмотра итогов приватизации, потому что люди сразу начинают думать, что у них приватизированные квартиры будут отнимать. Не нужно это говорить. Поэтому в нашей программе мы сформулировали таким образом, что первое, те, кто участвовали в залоговых аукционах, это означает, что они просто за копейки получили самые огромные гигантские советские заводы, ну типа Норильского никеля или тех же самых там горнообогатительных комбинатов, они должны заплатить компенсационный налог. Это абсолютно возможно. Мне часто говорят, единоросс это популизм. Да ни хрена, я прошу прощения, это не популизм. В Великобритании вводили компенсационный налог на итоги приватизации, и он нормально там сработал, и заплатили все налог, и этот налог пошел на решение социальных проблем. И в целом я считаю, что нам нужен налог на сырьевое обогащение, на сырьевых олигархов. Ну, есть миллиардеры в России, классные ребята. Яндекс создали же люди какие-то. Ну, не было этого Яндекса. Он появился. Да. Какой-нибудь Дуров, да? Ну, у него, конечно, отжали ВКонтакте, он миллиардером не стал, но он же его создал. Было ноль, была пустота. Они сделали. То есть есть в России люди, которые богатые, очень богатые, миллиардеры. И богаты совершенно по праву. Этих людей нужно обнять и расцеловать. Но сырьевых олигархов, конечно, нужно обложить их налогом. Их не нужно просто за то, что олигарх, значит, сажать. То есть ты какие-то взятки не заносил. Но, конечно, они должны платить налоги, потому что, ну вы сколько платите подоходный налог? 13%. И Усманов платит 13%. Ну это нормально. Ну это правильно, когда просто люди из земли что-то вытаскивают эту руду, продают и платят тоже 13%, как и вы. Ненормально. Поэтому, безусловно, налоговые меры нужно применить, чтобы исправить вот эти вот дефекты приватизации. Да. Разовый налог или растянутый во времени? Смотрите, значит, налог на... итоги на залоговый аукцион, он должен быть, конечно, разовый. Ну, то есть мы должны сказать, что, ребята, один раз вы платите много, после чего мы вас всех оставляем в покое. Что касается вообще справедливости налогообложения, оно должно быть постоянным. Потому что, ну, те люди, не обязательно прогрессивный налог подоходный, просто должны, во-первых, мы должны запретить это трансферное ценообразование, когда прибыль просто уводят в офшоры и так далее, и так далее. Ну вот такой Усманов, или я не знаю, кто угодно, любой олигарх, он где-нибудь в Норвегии платил бы 52% налог. А в России он платит 13%. До недавнего времени платил 9% налога на дивиденды. Ну, конечно, это абсурдная вещь абсолютно. Поэтому в целом мы должны сделать... Ну, налоговая система, она для того и нужна, чтобы перераспределять богатство справедливо. И уж когда речь идет о сырьевых богатствах, ну, совершенно точно они должны перераспределяться справедливо. Это чья нефть-то? Ну, вы считаете, что вам по праву принадлежит часть этих богатств? Ну да. А вы получаете ее? Нет. Вот я хочу стать президентом для того, чтобы вы ее почувствовали. Как в каких-то богатых нефтяных странах Ближнего Востока, где кладут сразу деньги, например, на счет. Ну, там много вариантов. Алексей, что будет с на бензин? Что? После вашего избрания с ценами на бензин что будет? Богатая страна, нефть. Цены на бензин будут... фиксироваться, ну, не знаю, будут производиться, исходя из реальных рыночных издержек.
Потому что только в России, и это действительно только в России, происходит абсурдная ситуация. Нефть была $120 за баррель, и цена на бензин была там X. Нефть упала до $50 за баррель, а цена на бензин выросла. Ну, это же не шутка, это действительно только в России это произошло. Мало того, Путин же тогда, отвечая на этот вопрос, прямо сказал, ну, автомобилисты, они должны, типа, заплатить свое. И, типа, автомобилисты, мы берем с них дополнительный налог, и это является перераспределением богатства в стране. Ну, приехали, то есть они, значит, с олигархов не хотят брать и таким образом перераспределять, а для них, значит, богатые люди – это автомобилисты. Поэтому никаких монополий, никаких картелей, понятное образование цен на бензин, и тогда они будут падать вместе с ценой на нефть. Да. Когда будет фильм «Он нам не Вован»? Часто спрашивают. Вы хотите такой фильм? Можно? Да, обязательно. Все наши планы относительно расследования совершенно секретны. Но вы сами понимаете, то есть если я буду сейчас там ходить и говорить, о, мы там планируем такое-то расследование, люди побегут, не знаю, там уничтожать соцсети, искать какие-то документы. Но вы же видели то же самое Медведев. Вся информация – это открытые источники. И если бы они не были такие наглые, просто обнаглевшие олухи, которые считают, что ну просто вообще они схватили Бога за бороду, они, конечно, бы вели себя осторожно. Но он бы не вешал бы фоточки в Инстаграм прямо со своей яхты, да? И нельзя было бы ее сфотографировать так легко в этом плесе и так далее, и так далее. Поэтому ну, мы не хотим объявлять ничего, потому что, чтобы не помешать своим собственным расследованиям. У нас будет много разных расследований. Но при этом, что касается Вована, ребят, вы должны понимать, что почти все расследования, которые уже были сделаны, это расследования про Вована, не только наши. Расследования про Ротенбергов. Про кого? Ну, про него. А почему? Как Ротенберг, как тренер по дзюдо стал миллиардером? Как тренер по дзюдо сейчас стал королем госзаказа? Он же является главным поставщиком услуг для госзаказа по всем направлениям. От дорог и труб до, я не знаю, завтраков в школе. Тоже он все делает. То же самое Тимченко, тот же самый прекрасный Ралдугин, виолончелист. Ну, конечно, расследование, откуда виолончелисты взялись $2 миллиарда, это расследование про Вована. Просто он, в отличие от Медведева, он тоже помешан на роскоши, но у него не пришло это в такую психическую стадию, как у Медведева, который там 6 дворцов построил. Да? Он, у него скорее, то есть вот он чахнет над златом, он набивает сундуки добром. То есть вот у него офшорные счета. И это гораздо сложнее, во-первых, найти, а во-вторых, гораздо сложнее визуализировать. Потому что, ну, дворец, он вот, мы на нем пролетели, сфотографировали, вам его показали, и крыть нечем. А офшорные считать сложнее. Вопрос. Давайте один, потому что много народу. Если хватит времени, тогда все остальные. Главный выберите. Услышать про иллюстрацию президента Навального, будет ли иллюстрация? И все-таки второй вопрос. Все-таки в 2018 году на выборах президента Путина, если вдруг победит не Навальный, а последующие действия Навального после дня выборов? Да, и просьба, о которой я говорил, 60 дней приближается. Я просто был организатором митинга 26 марта. Ребята спрашивают, если можно просто обратить на это внимание. 60 дней какие приближаются? После решения суда оплата штрафа. Да. Значит, люстрация. Ну, окей, давайте я с вами посоветуюсь. Есть губернатор ваш, про которого мы знаем, что он фальсифицирует выбор. Он должен остаться у власти? Нет. Он должен быть наказан как-то? Да. Должно это быть разобрано. Поэтому, да, безусловно, я считаю, что люди, которые замешаны в этом во всем, их даже не нужно люстрировать. Их нужно привлекать к уголовной ответственности по действующему законодательству. Часто люди говорят, мы этих жуликов люстрируем. А жуликов люстрировать не надо, мне не нужно люстрировать Усманова. Да он у меня поедет, потому что взятку давал. Есть статья «Взятка». И Медведев, и Усманов не нуждаются в люстрации, они нуждаются в нормальном уголовном процессе и честном суде. И то же самое касается большинства чиновников, которые замешаны в коррупции. Для тех, кто замешан в коррупции, но нам не удалось найти там прямых доказательств, записка, спасибо, есть прекрасный закон о борьбе с незаконным обогащением, который мы написали, который я внедрю сразу же, как только стану президентом. Если чиновник... У него не совпадают расходы и доходы, он заработал 10 миллионов рублей за последние годы, а дом у него стоит 50 миллионов рублей, и он не может объяснить откуда, против него автоматически возбуждается уголовное дело, и тоже не нужно никакой иллюстрации.
Что касается самой люстрации, люстрация — это наказание без вины, вы же знаете это, да? То есть это когда мы просто всех говорим, там, все руководство Единой России, виноваты, не виноваты, мы вас наказываем, запрещаем, например, разбираться. Это вопрос более широкого консенсуса. Новая избранная Дума должна проголосовать за это. Мой голос будет, конечно, за люстрацию. Я считаю, что у нас во многом ничего не получилось тогда, после развала Советского Союза, потому что не было люстрации, то же самое жулье, лживое, лицемерное. Но вы видите этих людей, которые поддерживали взрывы церквей и боролись там, сдавали научный атеизм, а сейчас там стоят и вот типа бьют земные поклоны. Вот эти вот лицемеры, которые готовы из одной партии в другую бегать, они захватили власть. Поэтому люстрация, конечно, нужна. А второй вопрос был, президент Навальный сделает что? Если вас не выберут. Если я... Блин, это крайне маловероятно. Значит, мы, безусловно, ведем кампанию серьезную. Я без всякой иронии говорю. Я считаю, что мы должны работать на победу. Я вот за эти выходные, за понедельник, я так провел 8 таких встреч. Потом буду еще больше встреч проводить. Поэтому наш штаб и я, мы хорошо работаем и много работаем. Я вас прошу нормально работать и работать на победу. Поэтому безо всякой иронии, я считаю, что мы можем выиграть. Но, безусловно, поражение возможно в каждой кампании, правильно? Ну, вот было всем понятно, что вот уже Хиллари Клинтон станет президентом, а потом бах, и она не стала президентом. Во Франции примерно то же самое произошло. Но, слушайте, если я не стану президентом, давайте прикинем, останется в России коррупция или нет? Конечно. Поэтому я думаю, что я без работы не останусь. Я, если я проиграю на честных выборах, то я буду продолжать вместе с вами заниматься тем, что бороться с коррупцией, искать коррупцию, распространять информацию о коррупции. Что касается выплат, значит, деньги мы собрали, и мы сидим и не понимаем, почему к нам люди не идут за своими деньгами. У каждого, у которого есть две инстанции. Значит, первая, вторая, присылайте бумажку, мы выплачиваем деньги. То есть они уже собраны, поэтому вот 8 или 10 человек, сколько у вас есть, пожалуйста, обращайтесь. Вопрос. Вот, допустим, в Европе, в Норвегии, там нефть принадлежит государству. И предприниматели, которые, миллиардеры, там, допустим, они это все сами создали. А у нас сели на готовые ресурсы. Вот. Они не создавали, ничего не создали. Да. Заводы, ни нефть, к нам принадлежит. Почему бы, тем более они уже набрали столько, что они компенсируют. Почему бы просто не убрать себя, посадить, а собственно раздать другим нормальным людям? Это как этот Усманов сказал, что я Шариков и хочу отнять и поделить. Ну послушайте, несмотря на то, что вот вы это все озвучивали в такой радикальный... Вопрос такой последний, быстро. В Украине что? Потому что понятно, что там украинцев убивают инопланетяне. Значит, что касается, давайте с олигархов начнем. Вы озвучивали эту как бы идею в такой радикальной манере. Почему бы их всех не посадить и там не забрать, не распределить? Ну, мы не можем сажать людей без справедливого процесса. Значит, президент Навальный посадить прямо в тюрьму никого не сможет, потому что президент Навальный сможет отправить только на скамью подсудимых, а сажать уже будет суд. Гораздо более эффективно просто внедрять налоговые механизмы, при которых эти деньги, они будут правильно распределяться. Там есть много разных вещей, например, ну, в некоторых странах вся нефть государственная и госкомпании, в некоторых странах есть госмонополия на экспорт нефти. Много разных существует механизмов, и мы применим справедливые, которые позволят нам сделать так, чтобы эти нефтяные деньги доставались всем более-менее, но не нужно будет прямо никого там выхватывать из этого кабинета и тащить куда-то в лубянские подвалы. Ну, не нужно этого, потому что если мы позволим любому президенту, мне, просто взять людей направо-налево сажать, ну, так не исключено, я через 10 лет точно так же сойду с ума. И скажу там, а кто там со мной в Тамбове был на встрече? Они про меня знают, что это плохо. Ну, все записали компрометирующее видео, всех посадите. Да? Но не нужно давать такие сверхполномочия. Что касается Украины. Война с Украиной, вообще вся эта вот возня, которую затеял Путин, она, конечно, преступная, она серьезнейшим образом бьет по интересам всех граждан России. Мы из-за этого просто становимся беднее. Из-за этих идиотских антисанкций мы платим за продукты дороже. Это абсолютно вредная вещь. И тут нужно сделать то, что Путин подписал уже на бумаге. Нужно хотя бы начать с того, чтобы выполнить Минские соглашения и прекратить войну. Ну, конечно, это вообще, ну, слушайте, война в Европе, война, и мы это какая-то адская вещь. Если бы нам кто-то бы сказал бы в 2012 году, что Россия будет воевать с Украиной, мы бы сказали, ну что, больной, это невозможно представить, верно? А сейчас это идет, и, конечно, нужно это прекратить как можно скорее, потому что это делает нас беднее в том числе. Давайте с этой стороны. Вопрос, да.
часто общаюсь с друзьями, многие там перед телевизором, под телевизором такие поклонники. Вот они мне все вопросы. А если он придет, вот как компьютерная игра, есть злодей, есть герой. Вот герой идет к цели, там, потом садится в кресло злодея и становится сам злодеем. И произойдет ли так? Ну вот то, что я говорил, что я посажу всех, кто был на этой встрече, смотрите. Это важный вопрос, и это как бы возможно. Это самая важная задача любого человека нормального, который станет президентом. Создать такую систему, при которой ты, если и стал злодеем, то тебя быстро объявили, тебе импичмент и выгнали. Но вот сейчас, но мне кажется, что я вообще отличный парень, и могу хоть 100 лет быть президентом, и вообще буду ни капельки коррумпированным. Я верю в себя. Не знаю, кто-то из вас верит в меня, что я смогу так сделать? Конечно. Но нужно ли прям в закон записать? Навальный классный парень, мы ему верим, поэтому пусть делает, что хочет. Но нет. Потому что у нас с Путиным то же самое. У нас нам бегают и говорят, пусть он будет царем, пусть он будет все. Ваш бывший мэр города. Он нет. Глава администрации, по-моему, выходил на митинг с портретом Путина, заявлял, что готов на него умереть, а потом его поймали о том, что он украл 100 миллионов рублей. Глава города. Абсолютно. Вот оно так и работает, понимаете? Стал президентом, все входят с портретами Навального, это означает, что они все хотят украсть 100 миллионов рублей, если уже стал президентом. Поэтому, конечно, нужно сделать такую систему, при которой я президент, но я суды не контролирую. Если я хочу вам запретить митинг здесь, в Тамбове, мне Тамбовский суд скажет, иди ты вообще не регулируешь такие вещи. Я не смогу закрыть газеты. И если я коррумпирован и стал плохой, меня средства массовой информации растерзают и измочалят, и мой рейтинг там упадет к плинтусу. Независимый прокурор предъявит мне обвинение, вот как сейчас происходит в США. Ну, пожалуйста, человек, глава самой могущественной страны в мире, ВВП гигантская, армия огромная. А он там бегает, какие-то постоянно предъявляет ему обвинения, против его родственников идет расследование. Идите попробуйте сейчас расследование против взятия Путина, например, провести. Смеетесь, потому что невозможно. Я должен сделать систему, при которой расследование против взятия Навального возможно. Сейчас Даша, наверное, мне там где-то напряглась на эти слова. А где вы возьмете столько новых людей? Ну, то есть это целая армия вообще новых людей? Нет. На самом деле нет, никакая не армия новых людей. Людей в России 144 миллиона человек. Либо мы считаем, что все они патологически лживы, коррумпированы. Но чиновников больше миллиона. Где чиновников больше миллиона, значит, чиновников, напрямую замешанных в коррупции, мы посадим. Чиновников, которые не могут объяснить свое богатство, мы отправим на скамью подсудимых и тоже посадим. Мы высший слой заменим, и людей достаточно. Что касается ниже слоев, они просто будут жить по-новому. Люди привыкают ко всему. Если им навязывается вот этот вот дегенеративный стиль, если у нас сейчас отрицательная селекция, чиновник растет в должности, только если он самый лживый, самый лицемерный, самый жуликоватый, если они будут видеть, что власть нормальная, только они работать будут нормально, как они работают во многих странах, где успешно коррупцию искореняли. Но искоренили коррупцию, например, в Сингапуре. Там никто не проводил там массовых расстрелов, там были массовые посадки, там были посадки высших чиновников. Искоренили коррупцию, в Гонконге искоренили коррупцию, даже в Грузии низовую коррупцию искоренили, поэтому и мы здесь искореним. Никаких армий не нужно, нужно, чтобы президент был нормальный, правительство было нормальное. А сейчас, ну вот ваш губернатор, замгубернатор, начальник отдела чего-то там, разве можно его убедить быть некоррумпированным, если он видит эти дворцы Медведева? Ну, конечно, невозможно. Он видит, что так положено жить чиновнику. Поэтому они вот все такие адские жулики. Если они видят, что президент нормальный, понятны доходы президента, понятно, чем занимается его семья, где она живет, на что она живет, и это все более-менее прозрачно, они видны, они сфотографированы, тогда и чиновники будут жить нормально. Вопрос. Алексей, такая ситуация. Вступаете в должность. Это только простая мысль, совет экспертов объясняет. Вот такой-то пункт программы, вот он требует изменений. Будете ли вы гибки, будете ли вы прислушиваться к мнению, или вы как коммунисты, построим коммунизм и все тут? Не, ну смотрите, у любой гибкости есть предел. Я разумный человек, я понимаю, что любая программа – это компромисс. Но кто-то считает, что олигархов нужно посадить, а кто-то считает, что не нужно их сажать, а нужно как-то наоборот, олигархи полезны. Кто-то более правый, кто-то более левый. А это же всегда
я вчера в эфире, да, приводил пример там, с феминистками. Вот за мной бегают одновременно феминистки и люди, которые ненавидят феминисток. И все говорят, ты давай, мы тебя поддержим, только если ты примешь нашу программу. Но это всегда компромисс. И, безусловно, мы в основном сейчас упираем на те положения программы, которые применяют все. Но отказаться даже под давлением каких-то групп от базовых пунктов моей программы я не готов. Многие, например, критикуют мой закон о борьбе с незаконным обогащением. Я от него не откажусь. Есть приличные люди, которые считают, что это возвращение сталинского режима. Я считаю, что нет, и я от этого не откажусь. Пункт о введении визового режима со странами Средней Азии. Меня много либералов, да, слева критикуют за это. Я не откажусь, я реально считаю, что России нужен визовый режим со странами Средней Азии. Потому что к нам приезжают сотни тысяч неквалифицированной рабочей силы, они там не платят налогов, они еще страдают от этого государства, и в этом нет ничего хорошего. Я считаю, что нужно хотя бы визовый режим вести, и меня будут за это критиковать. И ближе к выборам снова вылезут эти все, будут кричать «Навальный фашист» и все остальное. Но я не откажусь, я же Гитлер, вы же помните, да? Я от этих пунктов программы не откажусь, но при этом я со всеми готов вести диалог. Вопрос? Для олигархов. Вот реально интересно. Первый раз за все... Около... Сколько мы сейчас штабов открыли, Руслан? Это 36-й. Первый вопрос такой. Мне просто интересно, кто за смертную казнь? Поднимите руки. Спасибо. А кто против смертной казни? Не характерно. Большинство людей поддерживают смертную казнь. Большинство людей даже в развитых странах мира поддерживают смертную казнь. В США есть смертная казнь, хотя, ну, вы знаете, развитая страна. Я убежденный противник. Я считаю, что то, что сейчас есть мораторий на смертную казнь, это правильно. И тут есть философская вещь, да, которая касается, можем ли мы лишать человека жизни, даже если он совершил какие-то ужасные преступления. Но конкретно применительно к России, ну, мы разве этим судьям готовы вообще дать право решать вопрос о смертной казни? Судьи в России, ну это вообще же полный трэш. Ну я извиняюсь, на себе знаю. Ну у меня процессы-то какие? Меня обвиняют в каких-то там снова хищениях. Приходит представитель фирмы, у которой явно что-то похитил. Говорит, Навальный у нас ничего не похищал. Он в суде пругал, он ничего не похищал. Вот бумажка, никто у нас ничего не похищал. И судья ему говорит, ну следователь, ты лучше знает, похищал или не похищал. Это же не анекдот, делай фраше, посмотрите протоколы, документы, все лежат. Поэтому этим судьям, ну я заменю судей. Вот сейчас смертную казнь разрешить действующим судьям полностью продажным и лживым невозможно. Но я, даже когда будут честные судьи, я понимаю, что несмотря на то, что это поддерживается население в основном, я против смертной казни, я считаю, что пожизненное заключение является на самом деле более жестким наказанием, чем смертная казнь. Для бюджета это вопрос сопутствующий. Ну как бы для бюджетов смертная казнь, сейчас секундочку, смертная казнь очень дорогая. Посмотрите на США. Смертная казнь стоит безумных денег, потому что это огромная процедура, долгие апелляции. Человек перед смертной казнью много лет сидит точно так же. Потом вот эти вот какие-то инъекции или вот еще что-то. Смертная казнь – это очень дорого. Поэтому, ну это же не вопрос вообще на самом деле бюджета. Это вопрос в целом, ну как бы отношения. Я считаю, что более развитые правовые системы, например, европейские, почему в Европе мораторий на смертную казнь, они выступают за мораторий. Я понимаю, что спорная вещь, да, но я просто отвечаю на вопрос, мое личное отношение. Я против смертной казни. Вы хотели что-то дополнить? Право на оружие. Напомните, ваша позиция раньше была однозначна совершенно, что сейчас? Она и сейчас однозначна. Тоже очень неоднозначное отношение к этому. Меня за это критикуют. Я считаю, точно могу сказать, что граждане России должны иметь право на короткоствольное оружие защиты. То есть я просто не нужно раздавать автоматы никому, да? Штурмовые винтовки продавать и все остальное, какие-то минометы, но там, пистолет, извините, оружие такое продавалось в Российской империи до революции. Оно в Молдавии продают пистолеты, и никто никого там не поубивал. Самый же главный аргумент, почему нельзя продавать, потому что русские же чокнутые. Они схватят пистолеты и выбегут на улицу, начнут из этих пистолетов там шмалять прохожих. Этого не происходит в Молдавии, правильно? Этого не происходит в Прибалтике. И на самом деле количество смертей от огнестрельного оружия несопоставимо меньше, чем количество смертей в ДТП. Поэтому я считаю, что нужно легализовать гражданское огнестрельное, короткоствольное оружие. Да. А
что вы можете сказать тем людям, которые считают, что смена власти в стране – это обязательно повтор 17-го года с сопутствующими событиями? Окей, отличный вопрос. Что мы можем сказать этим людям? Ну, скажите, пожалуйста, означает ли смена власти в стране, что вы как раз с легализованным оружием выбежите на улицы Тамбова и куда-то побежите для того, чтобы что-то сжечь или разрушить? Но нет, я считаю, что нет ни малейших предпосылок для насилия в случае смены власти. Когда мне говорят революция, ну так извините меня, а победа над коррупцией в России — это есть революция. Это революционные изменения для нашей страны. Нормальные честные выборы для Тамбовской области — это революция. Но это прекрасная революция, и которая не грозит нам вообще никакими потрясениями. Когда она случится, мы будем жить лучше там, со следующего дня. Мы будем жить богаче со следующего года. Я стану президентом, я введу свою меру относительно минимальной заработной платы 25 тысяч рублей. И что бы мне кто ни говорил, что? Но пенсия должна быть поднята для прожиточного минимума, и это выгодно для реального прожиточного минимума, а не 8 тысяч рублей, которые сейчас. И что бы кто мне ни говорил, это выгодно для экономики. И это не повлияет существенно на инфляцию, потому что на инфляцию влияет в первую очередь естественные монополии и их тарифы. Поэтому никакого насилия 2017 года не случится. Мы просто будем улыбаться все шире и шире, когда случатся эти позитивные изменения. Тут из Финляндии спрашивают. Сейчас, тут подождите, много вопросов. Давайте. Да. И довольно простой. Алексей Анатольевич, собираетесь ли вы поставить шах и мат всем одурманенным пропагандой, допустим, пройдя проверку в какой-нибудь частной фирме на полиграфе? Ну, на тему агента Госдепа и прочего. В чем вас обвиняют? Полиграф, он же детектор лжи, не является чем-то, что ставит шах и мат. Ну, слушайте, это у меня был классный суд на тему агента Госдепа. Сейчас давайте расскажу. Вы смотрели фильм Киселева, где, значит, я агент одновременно всех разведок? Да. Я же подал в суд. И мы пришли в суд, но мы понимали, что сейчас даже в российском суде мы просто там будем ликовать и измордуем этот второй канал вообще там полностью. И мы проиграли. И в решении, которое мы получили, там было буквально, я вот не преувеличиваю, не хочу вас насмешить, не вру, на самом деле, там было написано, что Навальный обратился в суд, потому что он недоволен тем, что по второму каналу сказали, что он американский агент, агент Freedom. Но суд установил, что в переводе агент Freedom — это означает агент Свобода, а это не обидно совсем. Навальный не может вообще жаловаться. Но то же самое с полиграфом. Полиграф выясняет одно: человек волнуется или не волнуется. И прохождение полиграфа, ну хорошо, поставим, я сюда притащу полиграф, пройду полиграф, а потом другие люди скажут, это... Пускай этих чиновников тогда так всех в ряд поставят, которые свои обещания дают, они 95% не пройдут. Если чиновники будут сдавать полиграф, тогда я, пожалуйста, я готов проходить вместе со всеми, но в целом... Почему не применяется полиграф на госслужбе? Он применяется только в спецслужбах. Потому что на самом деле выясняется только волнение. Ну хорошо, вот Медведев, предположим, он стал супер спокойным человеком. И прошел полиграф. Ему скажут: Димон, все, верим тебе. Ты же полиграф прошел, мы забыли про все твои эти дворцы. Потому что прошел полиграф. Это такая вещь больше пиаровская. Вопрос. Я отношусь к Чечне точно так же, как и любому субъекту федерации. Чечня – это часть России, где есть свои проблемы, где люди еще беднее, чем здесь, несмотря на то, что туда выделяются колоссальные деньги. Такая же колоссальная коррупция сжирает все эти деньги. Если бы я здесь спрашивал про зарплату, в Чечне еще меньше цифры бы мне называли. Поэтому я считаю, что проблема Чечни, она же не в том, что там... Это война, не война. Чечня нуждается во всем том, в чем нуждается вся остальная Россия, просто еще острее. Потому что там больше коррупции, там больше несправедливости, там больше проблем и всего остального. И просто я выступаю за равноправие. Я не понимаю, почему наше государство официально выделяет там дотацию 80 тысяч рублей на человека, а здесь дотация, ну я не знаю, там 8 или 10, не готов сказать точную цифру, но в несколько раз меньше. Ну а что, здесь хуже, чем там? Ну да, там была война, понятно, война давно закончилась. Смотришь фотографии Грозного, я вижу там такие дворцы и эти небоскребы. Что-то я вот ехал по Тамбову, я вообще и близко таких не видел, да? Но их здесь нет, это несправедливо.
Понятно, что все субъекты федерации разные, но тем не менее мы должны быть стремиться к тому, чтобы сделать их равноправные и денег выделять одинаковое количество. Про штаб на Кавказе вопрос. Огромное количество обращений с Кавказа, просто огромное. Из Чечни, вы же знаете, в Махачкале был митинг 26 числа, да? И очень много обращений оттуда. Пока нас останавливает одно, мы не уверены, что мы сможем гарантировать безопасность. Здесь вот, например, здесь тоже есть проблема. Вот у нас буквально вчера, почему я вам не объявляю, ребята, с понедельника приходите в такой-то штаб. Потому что мы арендовали помещение, заплатили предоплату за 3 месяца. Диан, за 3 месяца мы заплатили предоплату? За два. Поднимайся, пожалуйста, сюда. Диана, координатор нашего штаба. Ну, хочется сказать, что мы делали все возможное, что могли. То есть мы арендовали помещение, мы как честные и справедливые люди предупредили собственника о том, что для чего открывается штаб и что там будет размещаться. Собственник думал несколько часов, и к вечеру он давал ответ, что он ничего не боится, его не испугать, и он нам дает зеленый свет, и мы вселяемся туда, начинаем делать ремонт, мебель ввозим. Вот. Но за 2 дня до открытия штаба, сегодня мы должны были там уже как-то появиться, вот, собственник сообщает, что на него надавили на его бизнес, на его семью, и что срочно в течение дня нам нужно выехать. На следующий день собственник уже приводил других арендаторов, смотрите, был целый цирк. Вот. А что касательно места под встречу, мы разговаривали уже, то есть предметно обсуждали место под встречу с 17 площадками. Но все отказали. С 3 площадками у нас была железная договоренность. В одну мы, то есть мы предоплату внесли. И в итоге где-то в 7 вечера вчера нам сообщили, что нас принять не могут. Поэтому мы оперативно переносились сюда. И я рада, что встреча состоялась. Диана, вопрос к себе. Тебя это все останавливает? Нет, конечно, это штаб меня злит. Штаб продолжит, это нас злит. Но мы, ребята, и без помещения сможем нормально работать. Ну что нам помещение? Ну да, помещение нам будет проще с помещением. Но даже если по всей стране они там придут, начнут запугивать и погонят нас отовсюду, но мы-то никуда не денемся, верно? Ну хорошо, вот вы пришли сюда, записались волонтеры. Сейчас у вас есть информация о том, что помещения пока нет. Вы вычеркиваетесь, выпиливаетесь из волонтеров. Да, хочется сказать, что помещение мы в любом случае найдем. Как скоро штаб обязательно откроется, и все вы узнаете о том, где он будет размещен, каков будет режим работы и прочее, прочее, прочее. То есть мы обязательно откроем штаб, и он будет работать в режиме, как и в других городах, где сейчас уже штабы работают. Диан, спасибо тебе большое, ты молодец, пожалуйста. Поддержите ее, давайте вместе работать. Слушайте, я же забыл сказать вам важную вещь. Между прочим, почему вот эта тема с помещением меня так сильно бесит, и почему я, вот как бы мне очень хочется, чтобы в Тамбовской области прям у нас хорошо шла компания, я уверен в этом. Я же фактически ваш земляк. Моя семья моего дедушки со стороны матери. У меня есть темная семейная история о том, что они из Тамбовской области и бежали, и меняли фамилию. Ну, понятное дело, в советские времена, а как бы это как была запретная семейная история. Это фамилия Антонов? Я предполагаю, что это было связано вот с этим человеком, да, потому что, ну, как-то вот реально запрещалось об этом говорить, но реально там они меняли фамилию, поэтому, можно говорить о том, что я потом каких-то тамбовских бандитов, хотя, конечно, Антоновское восстание, что это не бандиты, а героические люди. И в этом смысле я к Тамбовской области отношусь как к области, где люди реально, они готовы работать. Они показывали, что в свое время они жизнями жертвовали, да, их только газом удалось затравить. Поэтому я уверен, что здесь у нас будет классная компания. И с помещением, без помещения мы всех победим. Мы в этот вакуум политический войдем со своими идеями и всем все донесем. Просто, ребята, каждый день нужно что-то делать одно. Потратьте 5 минут в день на реальную агитацию, и вас здесь достаточно, чтобы через 3 месяца
Город Тамбов, я не знаю, все бы меня знали здесь. Везде бы на каждом балконе висели растяжки. И все бы выступали за борьбу с коррупцией. 12 числа соберем больше народу на митинг, чем было больше. Да. Соберем, большие молодцы. Мне страшные глаза делает уже наша команда, потому что нам пора ехать в Рязань. Спасибо вам огромное. Мне очень приятно и важно, что вы сюда пришли. Спасибо большое, что добрались. Еще приеду, конечно, сюда. Вы самые лучшие, молодцы, спасибо. Можно сфотографировать? Кто хочет сфотографироваться? Да, все. Давайте вниз. Погодите, у нас есть специальная система, как быстрее сфотографироваться. Руслан, Илья, помогите мне, пожалуйста. Значит, я обещаю с каждым, кто хочет сфотографироваться, я обожаю фотографироваться. И два человека сейчас станут. Вы, пожалуйста, готовьте, делайте телефон на готове, включите его. Давайте сделаем несколько шагов назад, чтобы никто не упал со сцены, я с нее слезу. Еще несколько шагов, ребят. А тут никуда в Фейсбуке сообщают, что тороплюсь, но на этом полиция сюда едет, ваши полиция. Действия. Сагитируем сейчас полицию, да. Пусть приезжает. Давайте с этой стороны, друзья, так пойдем. Ребята, вот с этой стороны заходим, с этой стороны выходим. Даем готовый телефон. Говори мне, хочу с тобой обняться, пожать руки. Сами решайте, как хотите. И друзья, главное еще шаг назад. О, спасибо, коридор. Еще давайте один шаг назад, чтобы просто места было больше. Да. Алексей, вы можете фоткаться и отвечать на вопросы одновременно? Слушай, подержи, пожалуйста, я поверну. Сейчас. Самому надо сфоткаться. Еще хочу сообщить, что вот там слева лежат наклейки, значки и прочее, прочее. Вы можете взять вот оттуда не сильно много, но... Диман, я сам возьму. Ребят, не торопитесь. Диман, чуваки, не давите. Так, Александр, я готов записать стендап, пока тут народ тусит. Сейчас, подожди, тут поважнее есть дела. Может быть, получится, например, сегодня? Ну, давай запишем, давай. Потом получится, не получится, стендап будет. Сейчас мы находимся... Александр Смолиев, Сергей Степанов, Тамбовский блог. Сейчас вот мы находимся на встрече тамбовчан с Алексеем Навальным, оппозиционным политиком. Они не отвлекают, попозже. Да давай писать, отвлекают, пусть не отвлекают. Да, меня отвлекают, но вот люди встретились с Алексеем Навальным. Мы сделаем обязательно сюжет, покажем вам самые интересные куски его выступления, о чем он говорил. Что хотели услышать люди, какие вопросы сегодня звучали. И уже 36-й, по-моему, по счету штаб, который открывается в нашей стране, в городе Тамбове, открылся штаб. Правда, с некоторыми проблемами. Сейчас вот мы находимся вообще в ангаре, у черта на куличках, потому что запретили, как нам сказали, был арендован штаб, было арендовано нормальное помещение, потом вмешались некоторые люди, и фактически встреча была под угрозой, если бы вот это помещение. Ну, Алексей Навальный уже встречался с людьми в других регионах и под открытым небом, и в поле, и оппозицию это не остановило. Вот сейчас Алексей Навальный уезжает дальше, в город Рязань, там у него состоится очередная встреча. Ну, а вы ждите небольшой сюжет, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и счастливо! Ну вот, молодец, профессионал. Фотосессия. Ребят, давайте пока в очередь стоять. Да не в очередь, просто целиком сделаем. А оно целиком сейчас идет на Facebook, а потом сюжет сделаем короче. Прикольно. Так. Да. Как вам понравилась встреча сегодняшняя? Да, вообще вдохновляет офигенно. Не разочарованы? Нет, наоборот. Вопросы наоборот, удалось задать какие-то? Да, задал про «Вот вам не Вован». Угу. Все, понятно. Ну что, с новыми силами будете агитировать? Еще как. А верите вы в то, что это возможно вообще? Вполне. Что он станет президентом? Конечно. Неужели? Да. В каком году только неизвестно? Да нет, в 18-м. Хорошо, спасибо. Вам спасибо. Сейчас пойдем еще. Сергей, впечатления? Да сейчас вот спрашиваю людей о впечатлениях. Владимир Жилкин, скажите, пожалуйста, зависть не душит, что вот Алексей Анатольевич смог собрать столько людей?
Ну, во-первых, мы собирали не меньше. Вот, а так в целом надо отметить, что Алексей Анатольевич молодец, действительно привлек людей, несмотря на то, что власть в очередной раз пыталась разогнать, не дать возможность встретиться. Он сегодня приехал, встретился. Спасибо предпринимателю, который оказался не трусом. И вот, наверное, пожелание ко всем предпринимателям. Вы будущее России, будущее Тамбова, поэтому, пожалуйста, делайте все для того, чтобы наше будущее было как можно более приятным и оптимистичным. Много зависит от вас. Спасибо. Пока фотосессия, можно пару вопросов? Да, конечно. Вы сторонник, да, Алексея Навального? Единомышленник во всех, единомышленных смыслах. А нет ли какого-то разочарования, что может быть... Ни в коем образом. Нет? Я этой встречи ждал не один месяц. Угу. Действительно горел огромным желанием сюда приехать и присутствовать на встрече. Угу. Я хотел ему задать вопрос о минимальном проценте, после которого он... Алексей Анатольевич больше не будет заниматься политикой. У вас есть такой процент? Ну, предположим, состоятся выборы в 2018 году, в списке будет Алексей Навальный, и наберет какой-то небольшой процент. После этого вы скажете, ну, не на того поставил. Я этот вариант не хочу расценивать. Я верю в лучшее и должно все получиться. Прям вы уверены, что его изберут в первом туре? Нельзя 100% никогда гарантировать, но всегда нужно верить в лучшее. Я верю в лучшее, то, что изменения все-таки возможны, то, что есть на это какая-то возможность. Ну вот Явлинский все время заявлял, что точно он изберется много раз подряд, и всегда какие-то так, там Алексей, маленькие проценты. Алексей же не говорит подобные слова, поэтому он сопоставляет существенно свои силы и возможности. То есть вы считаете его адекватным? Конечно, само собой. Спасибо. Да нет, за что. Очередь. Может пару вопросов? Да. Давайте у девушки спросим, нет? Можно, не надо? Давайте у парня тогда спросим. Ну что, есть ли какое-то разочарование или очарование после этой встречи? Нет, оправдал все ожидания. Все ожидания оправдал. А что ожидали вообще, что вот такой пламенный политик, борец? Ну я посмотрел ему в глаза и поверил. В какой из глаз? Во все два. Оба, да, оба. Достойны доверия? Да, достойны. Понятно, спасибо. Сейчас с глазами это черный юмор. Да? Никто почему-то не спросил. Это беда, зачем обидеться? Ну, он сам с юмором к этому относится. Поэтому. А камеру будешь говорить? Загни потом посмотреть. Это тамбовский влог. Ну, сейчас Facebook, прямая трансляция, так что Сергей Степанов в Facebook может посмотреть. Ты готов еще сказать? Да, сейчас. Бегай, может быть, нам получится задать, но далеко не факт. Чтобы лучше меня... Хорошо. Я не убегаю, я здесь. Так, на фоне бы поспрашивать еще у кого-нибудь. Давайте у патриарха тамбовской журналистики спросим. Разрешите, я пойду? Идем туда, чтобы... На улицу, да? Я думаю, вы видели множество политиков и их выступлений перед народом, когда еще в 90-е были реальные выборы. Как ваше отношение? Вот эта такая пламенность, она иссякнет? Я думаю, нет. Я думаю, у него запас прочности велик. Я даже удивлен, что Алексей довольно долгое время выдерживал темп и не выходил на крутика. Он все это время строил свое выступление очень грамотно и не знаю, как воспринимаю, на мой взгляд, очень убедительно. Хотя сейчас трудно ждать от него расшифровку программ детальную, но, по-моему, на таких встречах он выигрывает. Многие политики проигрывают при встрече на публичных встречах.
А здесь явный выигрыш. Вот есть такой политолог Леонид Радзиховский. Да. Он заявил, что Навальный отличный блогер, журналист и публичный человек, но не политик, потому что политика делается по-другому. А вы согласны? А он отчасти согласен. На этом этапе, когда идет фактически период знакомства, он очень грамотно привлек к себе внимание молодых людей, которые в основном блогеры. Так что я думаю, до выборов еще далеко, он изменит формат агитации своей работы. И сам он понимает, а пока, по-моему, ведет себя грамотно. Как вы считаете, он способен договариваться с чиновниками и другими политиками? Способен, я думаю, он будет договариваться с ними с позиции административной силы. То есть до выборов он не будет договариваться? Я думаю, будут какие-то трудно сказать, но попытки такие будут предпринимать. Потому что завоевать сторонников среди чиновников — это очень выгодно для политика. Да, спасибо. Остановили работу предприятия, чтобы помешать мне фотографироваться. И причем мы все равно сфотографируем. В ангаре выключили свет, но на улице лучше вообще освещение. Слушай, так вырубили электричество на всем предприятии. Случайность? Не думаю. Слушай, у меня в этой штуке подержи. Я там оставил, правда, свидарик. Забирай, ты чё? А то сейчас закроют все. Иди, беги скорее. Сейчас мало... Да давай скорее беги. Да, брат, сейчас забирай. Обеспечили оптовую базу. У кого-то холодильник здесь, там продукты используются. Ну, жулики. Будет? Закатитесь, сделаем. Да, давай. Тогда не разгоняйтесь, сейчас закончим индивидуальный цикл. Слушай, ты можешь помочь? У меня рука занята. Смотри, в этой штуке, вот здесь, батарейки. В рюкзаке там у меня коробка с другими батарейками. Нет, ссылочки, да? Ну да, а куда кинуть? В Фейсбуке Сергей Степанович, там трансляция. Ага, хорошо. Там народ смотрит. Нет, это положи туда, вот в этой коробке. Может помочь что-то? Сейчас, может. Не, вот это вот. Да, понимаешь. Поставь это на пол, открой. Вот, возьми вот те батарейки. Вот, смотри, которые красивее не эти, а те, аккумуляторы, да. И, пожалуйста, кстати, вот, поменяй. Не, вот эти вы не отсюда. Батарейки себе. Не, а другую ты не так. Так, разные. Ты в одну поставил. Да, я бы не очень хорошо смотрел. То есть я могу, но не буду. Давайте так. Вот, следи за вами. Фонарями. Так, теперь вот этим. Туда. Все, туда. Надо тренировать, чтобы получать правую руку, чтобы он мог целый час на подъеме. Я бы пошутил. Я знаю, да, твоя шутка, но не в том смысле. Слушай, можешь подержать сейчас это? Просто подержи. Один я. Хоть рука. Суды не хотят это рассматривать. А еще хотели ее вопросить. Да.
Пишет, что Питер с вами. Приглашайте на радио, тут некоторые говорят. Но на радио нет, потому что они сейчас в Рязани улетают, уезжают. Может быть, сейчас получится интервьюшку небольшую записать. Но под вопросом. Кто уже сфоткался? Вопрос хочу задать, там кто сфоткался? Нет? Сфоткался? Скажи, пожалуйста, не боишься, что вот эта фотография будет подшита к делу против тебя, например? Нет. Участие в незаконной фотосессии. Ну что ж, думаю, если меня посадят, то в итоге, когда Навальный станет президентом, мне неплохую компенсацию выплатят. А, то есть бизнес-план такой? Можно так сказать. Понятно, спасибо. Карьера через фотки. Да. Потом можно показывать всем. Вот с Навальным еще в 17-м году фотографировался, когда он был никем. И все, двери открыты, да? Так ты считаешь? Волонтеры таскают стулья и столы. Вот это правильный подъем. А вот это неправильный, спина будет болеть. Кислотный зон. Да, так, да. Я подошел к трансляции. Можете делиться своими впечатлениями. Впечатления хорошие. Да. Сейчас трансляция подведет. Будем, конечно же. Некоторые уже, правда, убежали. Поэтому это не полное количество. Так, а у кого есть фотоаппарат, который можно все заснять? Фотоаппарат? Фоторепортер же, это ваш шанс вообще. Фото года. Тамбовская журналистика. Чего все такие грустные? Давайте повеселее. Кстати, вы знаете, что журналистам тамбовским запретили сюда ходить официально? Автозаки уже ждут вас. Да. Спасибо большое. Спасибо. Казаки здесь, правда, все грустные. Что, казаки здесь есть, нет? Автозаки и казаки. Ну, слушайте, вы, может быть, как вы думаете, может быть, даже и к лучшему, что перенесли несколько раз встречу, казаки не успели найти разбойников? Нет, я думаю, что сам факт переноса встречи, он и играет на Навального. Потом это очень круто, что на оптовой базе встреча проходит. Кстати, самая влиятельная парламентская партия Германии свои первые собрания проводила на Лужайках. А потом через год-два она стала одной из самых сильных партий в парламенте. В Бундестаге. Так получилось аутентично. Куда мы смотрим? Алексей, или везде? На номера зарядки? А это местное такси. Это три пятерки, я так. Замутишь? Спасибо большое, ребята. Отлично работа. Вам подарок, если бы можно.
Так, вот у нас героиня, которая потерпела, можно сказать. Уже компенсацию прислали, нет? Нет, еще. Мне не прислали еще постановление. Обещали через 3 дня, а его уже неделю, больше недели прошло. Ну, как ты думаешь, не зря были эти страдания? В принципе, нет. Так, страданиями это, конечно, сложно назвать на самом деле. Ну, 8 часов посидела, нормально. Зато опыт новый. Зато какая биография. Будешь что внукам рассказать? Да, мне надо это... Облоцком сказать. Я все слышал. Так, уходят. Нет, не надо. Спросить сейчас уже ничего не получится, потому что вечер вопросов и ответов закончился. Сань, что здесь ждем пока? Пока ждем, но вряд ли с нами будут общаться, как я понял. Ну, мы, в принципе, нормальные, да? Вопросы позадавали. Хотел несколько вопросов задать. Вроде мы с пресс-службой договаривались, но вот, увы. Тут по времени просто. Времени у них нет. Ну ничего, ты успел вопрос задать? Я тоже там немножко. На этом, вероятно, мы заканчиваем трансляцию в Facebook. Всем спасибо за то, что смотрел. Сегодня была рекордная трансляция. Ничего себе, сейчас 65 человек прямой эфир. Это тех, кого я не знаю. Все, готовься. Все, вы втроем.